Тверь «Горэлектор» подвели итоги регионального творческого конкурса «Мои родители энергетики», который проходил среди семей работников предприятия. Конкурс был приурочен к году семьи, а его главная тема – традиционные семейные ценности, любовь и взаимопонимание. Несмотря на то, что конкурс семейный, выполнить основное задание – нарисовать родителей на работе – было доверено младшим членам семьи. Всего на суд жюри было представлено 15 работ. К творчеству ребята подошли со всей серьезностью. По рисункам видно, что семья – важная и очень ценная часть их жизни. Это моя мама. Это братик. Это сам я. А вот это мой папа. Он держит провод, а там розетка. Еще тут горит лампочка. Я взял бумагу и карандаш. Нарисовал маму, папу, себя и сестренку. Впрочем, возраст не помеха знаниям. И дошколята уже четко усвоили, чему их мама и папы посвящают трудовые будни. Мой папа работает горэлектриком. Чтобы работали провода. И горел свет везде. Работает, чтобы в городе было светло. Ребята старшего возраста уверенно используют профессиональные термины и о службе родителей осведомлены подробнее. Я нарисовала своего папу, как он проектирует электрическую подстанцию на компьютере, и она сразу же начинает строиться вживую. Вот мой рисунок. На нем я изобразил, как мой папа контролирует снабжение электричеством в Тверскую область. Один из членов жюри, генеральный директор Тверьгорэлектро Максим Сульман, рассказал, как появилась идея конкурса. В рамках года семьи мы провели этот конкурс, но этот конкурс будет уже для нас традиционным. Всегда в энергетике приветствовалась преемственность, когда родители приводили за собой детей, дети приводили своих детей. Это семья действительных профессионалов, и от этого выигрывают все. После церемонии награждения победителей все участники конкурса «Мои родители энергетики» сфотографировались на память.